Так, друзья, сегодня, короче, хотела взять с собой в магазин и все. И, в общем, поехала не сама, поехала с Максом. Он хромой, в общем. Вот, потихонечку, полегонечку, короче, не было ни до камеры, потому что тут под мышкой муж, под ножкой сын. И все, в общем, короче, мы ездили в магазин, купили селедочку. Сейчас сделаю маринованный лучок, поставлю мундирку с селедочкой. Будет нам вкусно. Так, это я взяла эти сухарики, потому что мальчишки мои хотят салат Цезарь. Вот к этому салату мундир взяла. Мини-моцарелку, сахарозаменитель себе взяла, что? Ничего, да, помыл. Скажи привет. Всем привет. Расскажи, какой ты хромоногий, я жалуюсь, не, что я уже... опять не хочет идти в больницу. Теперь. Я уже был, смысл. Во вторник, вот в понедельник он там едет по делам, во вторник, как схвачу, как полетят твои перышки по закоулочкам. Ой, рожденный пол отлетать не будет. А я полечу. Пивас, ну подожди. Короче, увидела, девчонки, не знаю, пробовала кто-то или нет, кто из Испании, напишите свой отзыв. Короче, долбанный этот ТикТок скоро этот обанкротит меня. Да, Юнечка, а ты можешь мне в сумочке там еще чеки есть дать потом? Ну да, там увидишь. Короче, увидела такую, как кровянку. И так вот что-то захотелось, уже лет 100 не ели. Не знаю, короче, понравится, не понравится. Ну, не понравится, выбросим. Вот. Это пивонолик. Только два нужны. Да, мне только два и нужно. Спасибо. Ага. Это бекончик вот такой взяла. Чего-то мои мальчишки никогда, девочки никогда не покупала бекон. А это сейчас что-то их прикольнул, английский завтрак. Они жарят пару ленточек этого бекона с яйцом. Короче, кето. Вот этот купила такую курочку, которую пожарю с этим. Ну, к салату Цезарю. А это мы набрали... Хамсы взяли, 1,5 килограмма хамсы, 8 евро, 2 цента. Мой муж сказал, что даже будет сам готовить, чтобы я ему посолила этот хамсу, потому что он где-то там был в рейсе, и ему ребята делали эти биточки из хамсы. И вот это он мне выносил где-то неделю мозг. Хочу. Ну, хочешь, не хочешь. И два пивка. Вот. Так. На турецкой неделе продавался вот такой вот чай. Я вам, по-моему, я показывала, что я купила. Слушайте, попробовала, мне так понравился. Вообще просто. Я сегодня пошла, еще два взяла. Он как чай или просто как напиток такой. Но он, знаете, как, ну не знаю, как что-то, как легкий такой барбарис. В общем, такой ненавязчивый, вкусный. Хлебушек. Ой, я вас чуть не завалила. Прошу прощения. Это вот тут вишню взяла.
мужу сказала чеки, уже закидала. Короче, полкилограмма вишни стоит 3 евро 95 центов. Такие сухарики взяла с миндалем. Квас Данилу Максимовичу. Так в детстве любила квас, сейчас вообще просто, вообще не понимаю, как они его пьют. Душистая маслица для того, чтобы сейчас картошечку полить, посолить, маслечком душистеньким полить. Обалдеть, тоже масло сейчас, чтобы вам... Масло стоит 7 евро 9 центов. Просто охренеть. Две вот такие горчицы. Сейчас Барни Максимович, ну куда же без него. Заходи. Ну заходи быстрее. Так, две горчички. Горчицы у меня уходит много, потому что я с горчицей мариную абсолютно все. Буженину, курицу. Что бы я ни запекала в духовке, какой бы я ни делала маринад, я везде добавляю этот горчицу. Это купила приправу к шашлыку. Зефирку. Тоже 6 зефиринок. 4 евро 6 центов. 450 грамм творога стоит 4 евро 5 центов. Вот, пожалуйста, две пачки творога 8 евро. Скажите, пожалуйста, это то есть так, это если я, ну, мальчишки мои любят этот... тупик. То есть это так, всей семье вот на раз позавтракала и все. И взяла вот такую вот крупную соль, чтобы это, чтобы рыбку в ней солить. Все, вот так вот, ребят, выбралась из дома, то есть, получается, в Балтике вбухала 40 евро, в Меркадонии 40, и в Лидле там что-то 20 с чем-то. Все, называется «Мама вышла с дома». Да, солнышко? Все, вот такие вот у меня на сегодня затраты, такие покупки. Ничего такого вам сегодня не рассказала, потому что у меня сегодня... как говорится, маму отпустила, мама пошла в пляс. Вот, так что сегодня подтянула хвосты, поездила, в общем, купила то, что... То, что, короче, без меня... Ну, без меня прям, ну, вообще, не родиться, не умереть. Вот такие вот дела, в общем, ребят. Сегодня я целый день тоже занималась делами, потому что... Утречком поздоровалась с вами, сделала завтрак, покормила своих, в общем, загрузила две стиралки белья, развесила, то, в общем, то разложила на полке, то загрузила, короче, в общем, такое вот. Данила Максимовича заставила пылесосить, сама мыла полы, вот так вот и живем. Сейчас заставлю разделать, захотели Хамсу, вот пусть теперь с ней елозится, пусть теперь... Эти обрывают ей голову, в общем. А я буду разделывать селедку, ставлю картошку и буду кормить свое семейство теперь вкусным, вкусным ужином. А вам тоже хорошего вечера, хороших выходных. Вот. Не забывайте поставить лайчочек, написать комментарий. Мне очень-очень приятно вас слышать, видеть о том, что вы у меня есть. И все. Пока. Очень вкусно, ты что это? Он тоже фукал, пока не попробовал. У меня тут, видите, шеф-повара. Все стоят, все готовят. Максимально.
Папа включил одессита. Одесситы лучшие повара. Чистят рыбку. Там будут биточки. Там мы маме сделаем завтра сюрприз на завтрак. Это кто тебе такое делал, что это ты? Мой одесский друг. Это очень вкусно. Оно на вид может не так, как будет завтра, но это. Да, очень... ты не хочешь, я тебе покажу, как надо делать. Не, он все умеет делать, зачем? Он все делает супер.